Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Гармашова, приветствую вас. Самарская область состоит из 27 муниципальных районов. И Соклинский район находится на северо-востоке области и отличается неповторимой красотой природы. Одним из основных объектов природного наследия этой местности являются родники. Для развития туризма в районе были разработаны специальные экскурсионные маршруты по природным источникам. Давайте сейчас вместе со мной отправимся на эту экскурсию. Среди районов Самарской области особого внимания заслуживает и Соклинский район, расположенный в 155 километрах от Самары. Центр района – село Исаклы, получило свое название от протекающей здесь речки Исаклы, правого притока реки Сок. Во время обзорной экскурсии по районному центру сразу попадаешь в Парк Победы, где расположена Аллея Славы. Там находится памятники героям Советского Союза, павшим в боях за Родину. В июне 1997 года здесь, в сквере, недалеко от районного дома культуры, был торжественно открыт фонтан. Его строительство приурочено к 30-летию восстановления Исаклинского района. Однако главной достопримечательностью местности являются родники. Исаклы называют «край 100 ключей». На самом деле здесь 144 родника, и каждый имеет свое название. Родник в честь Спаса Нерукотворного был открыт в 2005 году и является святым местом для каждого исаклинца. В середине 19-го столетия здесь произошло удивительное событие, которое случилось в праздник Спаса в 1859 году. В местной церкви на иконе Казанской Божьей Матери явилось изображение нерукотворного образа Христа Спасителя. 22 августа во время всеношного богослужения люди увидели небесное знамение, занимавшее полгоризонта в виде светлых лучей, а затем на небе образовались два больших огненных столба красного цвета над самим родником. Это неожиданное явление народ принял за особый знак Божьей милости, и с тех пор родник считается святым местом. Вода в роднике студеная, и в летнее время температура ее всего плюс 4 градуса. Но, несмотря на это, смельчаки купаются здесь круглый год. По преданию, перед тем, как залезть в воду, надо перекреститься и окунуться три раза. По поверьям, такая водица смывает грехи и болезни. Говорят, окунуться надо с головой, потому как черти святой воды боятся и на голову садятся. Около родников с древних времен разные обряды и хороводы совершались. Собирался народ со всего села к роднику на праздничное гулянье. Во всех деревнях праздновали Ярилин день, гуляли на неделе всех святых, следующей за Троицей. Главными действующими лицами были молодые юноши и девушки. Считалось, что энергия молодых больше всего соответствует этому времени года. Веселого парня наряжали в белый кафтан, надевали венок и давали в руки горсть пшеничных колосьев. Парень шел через веселую толпу, которая встречала его радостными криками и хороводами. На празднике происходило смотрение невест, для чего девушки и юноши сходились на зеленую поляну и проводили целый день в играх да песнях. Парни высматривали себе девицу по сердцу и затевали игру горелки. Становились парами в один ряд. Ведущий выходил вперед всех и выкрикивал: «Ребята, а давайте в горелки поиграем! Давайте, давайте!
Горю, горю, пей! Ух ты! Чего горишь? Красной девицы хочу! Какой? Тебя, молодой! Поймал я тебя, красная девица! Ну, целуй меня! Все участницы игрища одеты в яркие одежды с венками из березовых веток. Девушки шли на реку или родник и затем бросали венки в воду. Парни должны достать венок приглянувшейся девушке, после чего девицы одаривают их поцелуями. Каждый, получивший такой поцелуй, считался для девушки красным молодцем. Молодые люди поют и пляшут с венками на голове, а потом возвращают их той, кому он принадлежал. Девушки несут венок домой и хранят до будущей радости свадьбы. Привыкай, моя головка, в чужой стороне. Паранья, паранья, паранечка моя. Паранья, паранья, паранечка моя. В народе считают, что количество родников и колодцев взаимосвязано с количеством звезд на небе. Поэтому старики говорили: хочешь зажечь звезду на небе, выкопай колодец или очисти родник. Так на окраине села Старое Вечканово появился архитектурный комплекс около святого источника. В 2003 году в село приехал меценат Юрий Васильев, бывший житель, который еще мальчишкой бегал босиком по улицам этого села. Задавшись целью найти родник у подножья горы, который утолит жажду в жаркий день, он исследовал всю местность, пока не наткнулся на слабенькую струйку источника, еле вытекающую из травы. Неизвестно, что подвигло этого человека облагородить источник. Может, память детства или просто желание сделать доброе дело для своего родного села. Первое чудо произошло сразу после установки креста и освящения родника. Из земли забили сразу 12 источников с чистой водой. Сейчас на этом месте стоит мраморный комплекс, к которому всегда приезжают люди с разных точек нашей страны. Русло источника выложено мраморными камнями. Имеются две купальни, мужская и женская, на каждой купол и крест. Люди, помолившись, обливаются в основном из ведра. На гору, расположенную рядом с источниками, ведут мраморные лестницы. Наверху стоит крест с распятием, скульптуры ангелов и часовня. Сотни людей собираются здесь на крещенскую ночь, где происходит главное действо. Из Соклы – край 100 ключей. Это постоянно действующий туристический маршрут на территории района, который охватывает самые крупные источники. Местные жители собрали богатый материал по легендам и былям о здешних родниках. Одна из легенд гласит, что в свое время солдаты Преображенского полка, получившие здесь землю и основавшие деревню Преображенка, возили воду из Засоклинского источника к столу самой императрицы Екатерины. Население Исоклов состояло из потомков стрельцов, переселенных при Петре I, которые использовали для питья родниковую воду в окрестностях реки Исоклы. В настоящее время районные власти облагораживают места нахождения родников и призывают отдыхающих бережно относиться к природе. И самое интересное, местный родник, в котором обнаружены ионы серебра, врезан в главную водопроводную сеть. И теперь все жители райцентра пьют эту чистую и полезную для здоровья воду. Народная мудрость гласит: человек не ценит воду, пока не иссякнет источник. Так пусть же не иссякает вода в наших родниках. В Исоклинском районе, кроме привычных растений средней полосы России, можно встретить даже экзотические растения – редкую северную орхидею под названием «Венерин башмачок», которая занесена в Красную книгу России.